Я вытираю. Почему не успели выйти? Вероника упала в грязь. Где? Давайте, вытирайте руки. Сейчас. В общем, вот такая картина. Вон наша Муся. И она, кстати, знаете, такая у нас деловая колбаса. Муся, кс-кс. Вот это вот мясо, вот это вот, вот это все. Так, аккуратно идем. Вот, вот, вот что остается. Вот это самое противное, что остается после потопов. Вот это. Каша-малаша. А погода, погода супер. Ужасно. Так, ну-ка, держи эту мелкую. Как мы здесь пройдем? Ну-ка, давай вон там пройдем. Снимай тапки, снимай. Там постели вон тот черный пакет. В общем, Вероника у нас упала. А как я нашла? А без тапки-то? Ну, я не знаю. Как-то даже ты в грязных вчера шла. В общем, вот такая красота. Вот куда теперь вот эти ноги ставь на тайту? Что, тапки здесь бросаем? Уже не нужны они нам. Эти тоже? И все. Давай вот этот на резиновый коврик. Только не упади. Подожди, подожди. Вот сюда. Ты с грязью вот такой. Ну а я где тебе? Как их ополосну-то? Никто не знает, как с такими ногами в грязь, в машину садиться. А? На-н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 а. Ну, дома сидеть тоже не вариант. В общем, вот. Так. В общем, очищаемся как можем. Каша-малаша. Возьми сейчас, телефон, знаете, зашла я его сейчас куда-нибудь угроблю. На первый этаж. Вот прям подо мной, который. Ну, кстати, оперативно работают службы. Дверь открыта. У них, у соседей рядом. Уже пришли, как бы, описывают ущерб. Бабушка, ну быстрее, не рассказывай там ничего. Вероника уже становится. Она уже хочет, чтобы не убрала. Сейчас еще вытрем руки и поедем. В общем, вот такое вот творится после наводнения. Больше-то всего вот это вот. Ну, не больше, конечно. Но после наводнения очень много. Вот такой. Самое интересное, что выезжаешь со второго микрорайона. О, Господи! О, Господи! И тут пожарка, он стоит, смотри, видишь, отсасывают эти. Видимо. Везде служба МЧС, ребята. Кубань спас. Люди с чемоданами здесь куда-то. Это, видимо, те, у кого сильно затопило. Да. Люди, конечно, очень многие стали менять билеты, если это вообще возможно. Я не знаю, давно никуда не ездила, не брала билеты. А мы с вами едем на центральный пляж. Ну, вот здесь вот как бы тьфу-тьфу, вода дошла вот только, то, что выше, вода не дошла. Первый потом был наоборот, отсюда шла вода, с гор. Еще раз настаиваю, выпал смерч. Второй раз он выпал под хребтовой, вот там, где река, все это в реку и пошло. Очень пострадала улица Колхозная.
казалось бы, там гора, но там идет река, и вот проезжаем федеральный мост. Ребята, золотой колос не пострадал. Все хорошо. Не волнуйтесь. Это вот сейчас то место, где мы проезжали, где палатка стояла. Вот эти, кто повыше, уже сюда идут. Строение. Часть тоже. У нас ну все чисто. Переулок Автобазовский проезжаем. Тоже открытый пол. Так у нас только эти ботинки. Только эти ботинки. Такое впечатление, едешь, как будто здесь ничего не топило. Здесь как будто бы река даже не разбивалась. У меня один тут капает. Прыгать будешь. Босиком, что ли? Сейчас река остановимся. Ну, все, река бабушка, как будто а вот... мне босиком надо? Его у меня босиком, потому что те тапки просто... Ну что, вот река. Вот она так спала. Сейчас придется купить. Это упало в грязь. Та идет у меня босиком, потому что просто грязные тапки. Сейчас все здесь уберут, ребята. Вот сюда, видимо, тоже. И Пятерочка, кстати, работает. Так что, ну, еще раз повторюсь. Ничего такого, знаете, что, ну, вселенская катастрофа. Вот война это, да. И опять еще хочу сказать, что, ну, конечно, нас задело краешком. Да иди погрязи, какая разница. Ты в тап. Пошли. Давай, давай, шагай, 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 шагай. Чем все ряды работают. Даже троллейный спуск уже работает над Дыничепсухой. Ну, ребята, здесь просто смыло пол пляжа. Офигеть! Офигеть! Представляете? Вот до туда. Все, нету косы. Ну, это... Там, кстати, работает уже трактор. Капец, да? Капец. Унижаем от вас. Вон уже трактор ездит. Разгребает. Пойдемте посмотрим, что на центральном. Вон даже люди говорят, что молодцы, что пляж расчистили, все бревна, все оперативно. Представляете, тоже какая работа, да, офигенская. Где? Ну это вот море, где смешано, где грязь, где всякое разное. Пошлите на центральный. Мы идем, ищем место, где спуститься к морю. Вон! Идемте купаться. А? Ребята, а люди-то купаются. Идемте купаться. И вы в купальниках? Да. Так будешь, в футболке? Море. А сейчас посмотрим на чистоту. А? Ты что, не в купальнике? Я нет. Чуть-чуть. Да я не думала. Я не думала, что мы будем купаться. В общем, как говорят, матч состоится при любой погоде. Так же и с морем. Ой. Купаться будем. Я хочу на море. Ну мы и так на море. Хочу на море. Я в море. Сейчас потрогаем море. Мы идем мыть ноги, самое главное, после... второго микрорайона.
Ну, тут люди загорают и беды не чуют, что у нас там творится. Море, на удивление, чистое. Но немножко, не знаю. Да холодноватая вода для меня. Иди будем умываться. Сейчас я помою. Ева пошла ноги мыть. А Ева у нас. Все, мы отмылись. Тапки отмыли. Все отмыли. В общем, до вечера будем на пляже. На пляже свет есть. Здесь и поесть можно, и телефончики подзарядить. Если честно, думала, что дела обстоят намного хуже. Но все нормально. Вот говорили, до 19-го море будет закрыто. Сегодня лишь 16 июля. Вот там в начале пляж закрыт, там разгребают тракторами то, что намыло. И, кстати, вот там многие пишут, все, там косу смыло. Она потом восстанавливается, море уйдет подальше. И коса восстанавливается. Ее намывает просто с моря. Закон природы. И знаете, я не вижу каких-то скорбных лиц. Все равно все улыбаются. Все довольны. Там вещает Вальдемар с оптимизмом в голосе. Эге-ге-ге-гей! Как сейчас красотку из воды вытаскивать? Ева! Далеко не плавай. Ой. А мы сейчас сходим куда-нибудь пообедаем. Да? И кепка слетает? Нет. Шляпа слетает. А я надвинусь. Ну, если бы я знала, что есть такая обстановка, я поди его купали. Что, скорее всего, сейчас по грязи неохота возвращаться за купальником. Хоть новый покупать. Не хлебай воду. Воду не хлебай, пожалуйста. Воду не хлебай, говорю. Далеко. Воду не хлебай. Ева! Ныряет одно что. Ну что, пока прощаюсь с вами. Пойдем рисовать. Там говорят, возле почты. Стоит водовоз, наливают воду. Так неохота возвращаться пока во второй метро, пока там такая кеша-мяша. Тоже не знаю, в бутылки наливают, в бутылках выдают. Арина у меня запаниковала. О, мы боимся ехать. Чего бояться? Арина, вот. А вы 19-го приедете, сегодня еще только 16-го, еще 3 дня. Все будет хорошо. Мы не боимся. Ну-ка, плыви обратно. На этом пока заканчивается репортаж для тех, кто собирается на отдых.
В общем, трус не играет в хоккей. Ева! Нет, сейчас я ей точно нападам. Плыви обратно. Все. Пока-пока. Все хорошо. Все будет хорошо.